Мне 29 лет, работаю учителем начальных классов. За 8 лет я похудела на 85 килограммов, и вот как мне это удалось. 10 лет назад умер мой близкий друг, и я погрузилась в депрессию. Единственное, что меня радовало, — еда. Я набрала много лишних килограммов и безуспешно пыталась от них избавиться. Весы показывали число 170, а я только беспомощно разводила руками. Потом я попала к хорошему терапевту, который объяснил, что жизнь фактически проносится мимо меня. А ведь мне был всего 21 год. Я начала следить за размером порций. В первые месяцы делала только это и уже видела эффект. Вместо того, чтобы съесть в один присест целую пиццу, я довольствовалась парой кусочков. Полгода спустя я отказалась от фастфуда. Начала есть больше фруктов и мяса, меньше сдобы и вредной пищи. Я записывала калории, и довольно скоро у меня появились нормальные пищевые привычки вместо вредных. Я перестала заедать отрицательные эмоции и почувствовала себя гораздо лучше. Завтрак – белковый коктейль с фруктами, кофе. Обед – мясо с овощами. Перекусы – фрукты, йогурт, сухофрукты, орехи. Ужин – салат с курицей и яйцом, рис с приправами. Я начала с продолжительных прогулок и до сих пор люблю это больше всего. Потом подключила домашние тренировки для начинающих. И постепенно накачала неплохие мышцы. Конечно, это далось нелегко, но я старалась не пропускать занятия. Теперь я вполне довольна своим видом. Мне очень хотелось стать сильнее в психологическом плане, и это удалось. Наверное, работа над собой помогла мне достичь хороших результатов. Я считаю, что все имеют право на срыв, если потом возвращаются на правильный путь. Пару лет назад у меня случился откат на несколько месяцев. Но я не опустила руки и продолжила заниматься спортом и питаться правильно. Думаю, мне больше не захочется расставаться с плодами своих трудов. Фото Инстаграм.